Всем добрый день! Сегодня я получила свой первый заказ по каталогу номер 9, каталог Oriflame. И сейчас я поделюсь новинками. Начну я вот с этих масок для волос. Очень интересный у нас появился продукт, кроме масок. Это скраб. Скраб-шампунь. Я сначала думала, как вообще им пользоваться. Оказывается, нужно просто нанести его на волосы, помассировать и смыть водой. То есть обязательно попробую этот скраб для волос. Очень удобно, что в таких одноразовых он пакетиках идет. И удобно с собой брать в дорогу. Ну и появились маски. Маски для волос и питательная, и увлажняющая маска. Да, то есть вот с прекрасными вкусами. Банан, папайя, по-моему, да, и манго. То есть вот эти масочки для волос тоже обязательно попробую. То есть я люблю вот делать для волос свои какие-то процедуры. Дальше, что у нас еще в этом каталоге интересного? Если вы делаете заказ на 2000 рублей, то у вас с 50% скидкой идет вот эта туалетная вода, парфюмерная вода, кстати, классная вода, очень пользующаяся популярностью Love Potion Secret. То есть это белая клубника в шоколаде. То есть, ой, извините, да. Да, клубника в белом шоколаде. Очень классный летний, шикарный аромат. Поэтому обязательно обратите внимание на эту акцию. Разместите заказ на 2000 и получите водичку с 50% скидкой. В этом каталоге у нас идут туши. Тушь 5 в 1. Бестселлер каталога. Мало взяла. К сожалению, сейчас вот отсутствует на складе, но может быть она снова появится. Стоит всего 299 рублей. Шикарная тушь, которая пользуется у нас популярностью, является хитом продаж и занимает первое место по объемам продаж. А мне вот очень понравилась вот эта тушь. Эта тушь идет с кисточкой такой интересной. Вот у меня сегодня как раз нанесена она на реснички. Она прекрасно, шикарно их удлиняет, придает им объем, немножко подкручивает. То есть мне очень эта тушь понравилась. И сегодня я вот пользовалась вот именно этой тушью. Мне, кстати, она больше понравилась, потому что вот если от этой туши ресницы прям такие становятся жесткие, да, то есть то эта тушь им не придает такой жесткости. Да, то есть и вот классно очень. Именно вот с точки зрения ощущений. Ощущения мне нравятся. В этом каталоге у нас Эклад идет Эклад Уикенд. Такая мини-туалетная вода. По-моему, в этом каталоге, потому что у меня два заказа здесь. Тушь. Сейчас я посмотрю. Так, тушь. Уход, по-моему, называется. Удлиняющая. Вот с такой вот кистью. Хорошая тушь, я, кстати, ею пользовалась. Тушь мне это понравилась. Да, то есть она удлиняющая, тушь уход. Код у нее, сейчас я сразу скажу. Так, 34751 тушь Giordani Gold. Также в этом каталоге я заказала кисти для... Вот эта кисть для тонизатора. И идут вот в таких упаковках, которые... Гермовичная, она со скошенным кончиком. И она идет из синтетического волокна. То есть удобно очень вот таким образом будет наносить бронзатор. Потому что я наношу круглой кистью. Я хотела именно вот такую взять. И мне очень нравится кисть для теней. У меня уже старенькая, уже давнишняя, которая уже, наверное, сейчас пора списывать. Ну вот. Смотрите, кисть для теней, для нанесения, для растушевочки теней. Да, сегодня, кстати, у меня нанесены тени сиреневые, которые идут тени плюс карандаш. Стойкие тени плюс карандаш. Новинка текущего каталога и прошлого каталога, которые идут вот в такой... У меня дома они просто в такой упаковке. С одной стороны карандаш, с другой стороны тени. Поэтому я вот себе заказала вот эти два продукта. Далее, смотрите... Это у нас идет бутылка для воды. Еще для фруктов вот есть такой вкладыш. Значит, как пользоваться? Откручиваете. Здесь есть даже соковыжималка. Смотрите. То есть, если ее разобрать, вот такая корзина. Тут можно положить фрукты сюда. Далее вставляем ее обратно. Так, сейчас, секунду. Хорошему ставлю, что тут надо в паз попасть.
так вот вставили. И теперь смотрите, каким образом выжимать мы тут с мужем думали. Вот так вот вы переворачиваете, надеваете апельсин, например, да, или лимон сюда, выдавливаете. Потом можно ее перевернуть и закрыть. И я думаю, что она герметично закрывает, потому что раньше бутылки, вот, которые давным-давно были, они не очень были герметичны. Здесь вот есть такая прослойка из силикончика. И она, думаю, что герметично закрывает. Вот такая бутылочка еще и с ремешком. Ремешок тоже силиконовый. Да, то есть можно куда-то привесить, например, да, на велосипед. А еще, кстати, есть дозаторы. Да, то есть вот по объемам можно посмотреть объем миллилитров. Она на литр идет. На литр. А нет, вру, на 700. На 700 миллилитров. По-моему, да, на 700 миллилитров. Вот такая вот бутылка для воды. Косметичка. Посмотрите. Вот у нее объем какой косметички. То есть мне чем понравилось? Два отделения. Прекрасный вот замочек идет. Открываю. Значит, в одном отделении у нас два кармана. Во втором отделении вот такой один карман на резинке. Вот такая вот косметичка. Она идет из плотного материала. Полиэстер, скорее всего. Здесь, видите, прошито. Ну, как будто две косметички вместе сшито. И мне понравилось, что она, видите, я люблю мягкие косметички, да, то есть, которые можно деформировать, например. И она как раз вот принимает любую форму. Может вот такую принять, да, а можно ее расправить и сюда вложить в одну сторону, например, декоративную косметику, в другую сторону уже уходовую косметику. То есть, вот такая косметичка. Классная. Что еще я заказала? Новиночки. Карандашики. Про карандаши отдельно сниму видеообзор, то есть, да, тест сделаю. Это вот карандаши у нас идут универсальные. Они идут для глаз, для губ, для щек, по цветам. То есть, смотрите, какие цвета. Вот. Вот сейчас один нанесу. Рисуют мягко. А вот такой вот вариант получился. Ну и отдельно я сниму видео. Ну, кстати, да, такая кремовая текстура у них. Вот такие карандашики. Ну и у нас на сайте Oriflame была с продажи Норхен украшений. Я себе кое-что заказала. Вот такое колечко. Смотрите. Такое кольцо. Красивое. Было. Затем я взяла еще серьги. Сейчас вам их покажу. Вот такие. Вот, смотрите, какая прелесть. Да, то есть прекрасный вариант на лето, очень освежающий. Да, то есть цвет. Вот. И, кстати, у меня эти тоже серьги Норхен. Они тоже сейчас идут в распродаже. Поэтому. Это только для тех, кто зарегистрирован, можно найти в личном кабинете в разделе акции. Ну и, пожалуй, вот все новиночки, которые я заказала сейчас. И у меня есть еще заказ прошлого каталога. И обязательно его тоже покажу и расскажу о тех продуктах, которые я взяла из прошлого каталога. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезно это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Всем пока-пока!